Всем привет и хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Сегодня я, Сергей, и Витек Красный. Восход! Приветствуем вас. Продолжаем, так сказать, обзоры из серии «Листая старые пластинки». Но сегодня у нас обзор не совсем простой. Немножко печальная такая, так сказать, нотка закралась в наши обзоры. Дело в том, что сегодня, 16 февраля 2021 года, ровно годовщина, как не стало Витиной мамы. Сегодня ее с нами нет. Вот. Я долго думал, стоит ли, как говорится, эту тему поднимать. Но просто так вышло, что... Мы незадолго до ее смерти купили на удельную пластинку. Рафаэль, я ей целых две купил. И вот, вот, Рафаэль. И вот на одной из этих пластинок есть такая песня, называется «Мама». Кому интересно, в Википедии почитайте перевод. Правда, там это надо «Мадре». Ну, Рафаэль же вроде испанец, да? По-испански, да. А по-испански, да, это «Мадре». «Мадре», да. Ну, по-русски такое. «Мама». То есть вы перевод почитайте, там действительно, то есть, как бы, такая душевная песня про маму. Насколько я помню, мама эту песню очень любила, ты говорил, да? Она всего Рафаэля любила. Всего Рафаэля целиком, а эту песню, видимо, особенно. Ну и я просто себя хочу добавить, извини, ведь перебью. Мама Витина была наша единомышленница, что вот тоже немаловажно. Я помню, как мы ходили вместе на рынок удельный, с каким удовольствием она выбирала там пластинки. Вот, замечательный, душевный человек, такой же позитивный, как Виктор. Вот. И я надеюсь, да, что светлая ей память, Царство Небесное, надеюсь, что она сейчас на небесах видит нас и радуется. Я предлагаю, как говорится, всем нашим мамам, которые, как говорится, сами не доедали, не досыпали, все последнее отдавали нам. В общем, в память о всем, в общем, всем нашим мамам, как говорится, посвятить эту песню, которая так и называется «Мама». Пластиночка, вот она. Так, ага, песня «Мама». Здесь, правда, они вот так интересно разбросаны по всей изнанке пластинки, не указано, какая на какой стороне. Ну вот там можно почитать на яблоке. На самом яблоке указано. Так, а диск у нас... Апрелевский орден Ленина за «Грамм пластинок», артикул 36-9, цена 2 рубля 15 копеек тогда еще была. К сожалению, дата выпуска не указана, но может быть мы сейчас на яблоке это увидим, хотя бы ГОСТ примерно, да? Да, попробуй. Сейчас, ой, темновато ведь. Ой. Ну ничего страшного, мы тут, так сказать, так, ГОСТ 73-го года, ничего себе, синее яблоко, да, такая древняя пластинка. Ну ладно, так сказать, от слов, как говорится, к делу, да. Желаем всем приятного прослушивания. Вот. Всем нашим дорогим мамам посвящается. Всем мамам. И мы с вами. Так, ну что, мотор. Мотор. Так. А песня, если попаду, конечно, предпоследняя на этой стороне. Так, пуск. И за скоростью там посмотри заодно. Хорошо. Так, сейчас пока меточки встали. Угу. Попал, что ли? Madre, cuando estás a mi lado, ya no soy desgraciado. Temo al dolor en el silencio de tu muda plegaria. Sé que a Dios vas pidiendo para mí lo mejor. Cuánto me has enseñado, cuánto me has perdonado, con divina bondad, sin que yo hablara, descubrías mis penas. Perdonando, tú comprendiendo, no.
desgraciado. Да, действительно, я, кстати, к своему студу эту песню раньше не слышал, очень сильная ты песня. Ты посмотри перевод, на самом деле очень душевный. Хорошо. Ну вот на этом, скажем так, немножко грустной ноте мы откланяемся. Спасибо всем, друзья, за участие, за присутствие, за понимание. Всегда с вами Сергей и Витек Красный. Восход. Всем пока, друзья. Всем привет и хорошего настроения.